Девчонки, привет! Получила свою посылочку с iHerb. Сейчас покажу вам, что я там себе заказала. Давайте открывать. Открываем. Всегда очень хорошая такая плотная у них коробки, упаковки. Спасибо нам пишут, тоже молодцы. Еще вам покажу, вот здесь приготовила, что у меня уже есть, чем я пользуюсь, заказываю регулярно в iHerb'е. Люблю большие банки, как видите, да? Так вот, простенько упаковали, сейчас бумага перекрыли, чтобы это не болталось. Так, ну давайте посмотрим, что у меня. Глюкозамин. Это добавка для здоровья суставов, для восстановления хрящевой ткани. Мы не молодеем с каждым годом, и я периодически пропиваю курс именно с глюкозамином. И сейчас чувствую, что суставы немножко требуют к себе внимания, и заказала большую упаковку, 240 капсул. И прочитаю еще, потом вспомню внимательно, поскольку там в день принимать. Обычно 1-2 капсулы у них дозировки. То есть мне надолго хватит, будет хороший курс. Супер омега. Омегу постоянно принимаю. Препарат, который нужен всем и абсолютно улучшает проводимость в клетке. Всего, ну, даже не нуждается в рекламе, тоже 240. Бренд вот этот Now... Давно уже использую, как видите, да, у меня вот все вот эти с синими крышечками. Бренд проверенный, у него степень качества очень высокая. Читала об этом тоже, поэтому вот этот бренд как бы для меня априори всегда выигрышный в выборе. А, вот, я даже глюкозамина, я заказала 2, чтобы такой более длительный курс пропить, восстановиться. Ну, или там с перерывами буду делать. Гинкго биллоба – это растительная добавка для улучшения кровообращения мозга. Я невролог, и мы пациентам назначали эти препараты. Он достаточно тоже стоящий по цене. И 120 миллиграмм, 200 таблеток, тоже я уже не первый курс пропиваю. Я не могу вам сказать, что это прям, вот, знаете, пропил, и вот там память восстановилась, или какие-то функции восстановились. Это для поддержания. То есть все вот это, то, что все эти добавки, это профилактика и дополнительное улучшение состояния. Дальше это витамин С, антиоксидант протектор, тоже вот этот бренд. Немножко у них как-то изменилась наклейка. 250 таблеток, то есть тоже хорошая дозировка. 500, я, по-моему, тоже две, нет, одну заказала. Буду по 2 таблетки пить, потому что я пью 1000. Витамин С у меня здесь вот есть в предыдущих. Селен, это микроэлемент, тоже его вот пропила. Вот он у меня заканчивается уже, и я... заказала следующее, потому что то, что мы питаемся, наши микроэлементы не усваиваются. Надо сказать, что в этот раз, когда делала заказ, обратила внимание, что очень многих препаратов не было на сайте. Не смогла заказать там отдельно магний, какие-то другие продукты. Витамин D3. Я сдавала анализы, и несмотря на то, что я живу в солнечном краю у Черного моря, то есть здесь солнце, ну, 90%, наверное, в год. Мой уровень витамина D снижен был в 2 раза от нормы. Я просто ужаснулась, поэтому витамин D сейчас сопровождает меня всегда. И я понимаю, что совершенно не зависит от того, на солнце вы, не на солнце, побывали вы на море, не побывали вы на море. Проверяйте витамин D, и это участник очень многих обменных процессов в организме, и без него многие минералы просто не усваиваются. Работа щитовидки и так далее. Почитайте, витамин D, так же как и омега, просто наш постоянный спутник. Еще один витамин С, вот этого другого бренда, не знаю, насколько он
такой вот качественный, но уже тоже как-то брала, потому что не было других. И вроде бы так неплохо. Поэтому тоже заказала 500 миллиграмм. Ну, буду вот тот и тот, да, по 500 миллиграмм. Вот у меня будет 1000. 110 таблеток. По ценам вам сейчас не скажу. На сайте надо смотреть все время. Это тоже вот Селен вам уже показала, то, что я принимаю. Это Таурин. Хороший, кстати, препарат. Вот почитайте, там и витамины группы В для восстановления, для поддержания нервной системы, здоровья нервной системы. То есть там прям комплекс такой хороший. И двойная сила такая, 1000 миллиграмм, очень хороший. И 250 капсул, ну, намного, надолго хватает. Я уже пью, 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 пью. А там еще вот треть, наверное. Так, это... Нет, сюда я что-то пересыпала. Была большая у меня упаковка с витамином С. А видите, я их храню в коробочках. Надо будет теперь что-то для вот этих всех новых придумать новое или пересыпать. Пересыпаю в более маленькие и подписываю вот так. Витамин С у меня здесь допиваю. Не было, вот закончились совершенно, закончились все, что с кальцием. Пошла в аптеку, купила. Ну, хотя бы вот этот, кто это у нас? Фарм. Профилактика и комплексная терапия остеопороза. И сейчас я тоже не смогла на Айхербе купить кальций. Видите, вот его нет у меня в заказе. А так я пропиваю кальций с магнием. Там разные у них есть добавки. Еще принимаю периодически, потому что знаю, тоже анализы сдавала от анемии. Препараты железа хорошо мне поддерживают, восстанавливают от состояния железа. Тоже очень зависит наше здоровье, как идет доставка всех вот этих ингредиентов, идет к нашим клеткам. Потому что это все переносчики кислорода, переносчики железа. Поэтому вот сейчас опять снова начала курс, потому что знаю, что немножко снизился показатель. И это не iHerb, это Amway. Nutrilite у них есть вот такая линейка БАДов. Вот я там уже пила это железо и купила по рекомендации моего консультанта натуральный мультикаротин для улучшения и зрительной функции, и там витамин А, по-моему, я сильно не вдавалась, но так вот помню, что каротиноиды очень тоже полезные. Решила пропить вот такие капсулы у них интересные. Вот такие прям черненькие, желатиновые. По две капсулы в день рекомендуется. Сейчас вот тоже пропиваю еще цинк, тоже микроэлемент. 250 таблеточек здесь. Они просто в таблетках, потому что много препаратов в капсулах, да, вот то, что я вам показала. Здесь таблеточки с цинком, то есть микроэлементы, я их периодически просто меняю. Вот селен сейчас не буду пить, потому что сейчас пропила только, да, а потом пропью. Вот ДГА я пила по рекомендации тоже доктора, еще не допила. Здесь много, 300 таблеток, уже сколько пью, пью почти год. Балансирует, гармонизирует. Уже забыла даже про что. В общем, здоровье. Почитайте, если что, это мне доктор назначал. Так, это вот из-под предыдущей D3. Что-то здесь у меня маловато дозировка. А нет, наоборот, здесь у меня большая дозировка. Видите, вот я пила здесь 1000 дозировочка, а здесь 5. Поэтому вот хватит по одной таблеточке в день, капсуле. Витамин D3, но сюда у меня уже пересыпан препарат магний B6. Это тоже магний, и вообще от него тоже очень многие обменные процессы зависят. Бывает так, что, знаете, человек страдает головные боли, утомляемость, синдром повышенной усталости, а там и хочется вроде как поднять свою энергетику, а по сути там просто не хватает магния в организме. И вот эти симптомы все можно снять, просто принимая микроэлементы. Ну, могу вам сказать, что мое самочувствие, конечно, ну и вы меня видите, да, на экране в других видео,
что самочувствие, слава богу, я очень довольна. Я считаю, что все вот это богатство, оно этому способствует. Я ни в коей мере не рекомендую кому-то конкретно какие-то препараты без рекомендаций ваших докторов, без прохождения обследований. Но то, что необходимо поддерживать свое здоровье и применять БАДы, я когда-то к ним критично очень относилась, но сейчас понимаю, что это жизненно необходимо. Мы живем в очень непростых условиях и экологии, и стрессовых факторов, и влияния внешней среды, что обязательно нужно себя поддерживать БАДами, потому что то, что мы получаем с пищей, да, с продуктами, что-то нам не хватает, во-первых, пищи, а что-то просто не усваивается в нашем организме. Тот же витамин D3, да, как я вам рассказала, что думала, что все классно, я же на солнце живу, а на самом деле в два раза ниже. Это было просто таким шоком для меня. Вот, поэтому проконсультируйтесь, сдавайте периодические анализы, проверяйте состояние своего здоровья. Я желаю вам долголетия, красивой, энергичной жизни. Увидимся в следующих видео. Пока!